Всем привет! С вами канал Арт Мания. Сегодня вам расскажу, как найти взаимных подписчиков в Яндекс.Дзен. Сейчас ищут очень много, поэтому сейчас это сделать легко. Я здесь, смотрите, сделал взаимные подписки. Давайте та-та-та-та-та подпишемся. Ну, какую-нибудь фотографию, да? И, пожалуйста, вот уже 2 недели она висит. Много лайков, много комментариев людей, которые тоже хотят подписаться. Я уже ко всем подписалась. Мы копируем ссылочку у человека. Заходим сюда. Ну, здесь нету. Здесь как-то так сделано по-другому, что открывается какой-то непонятный канал, да? Потом жмем сюда ссылочку вставить и проваливаемся. И вот, пожалуйста, этот человек, да, который ищет тоже взаимных подписчиков, его канал уже 207 подписчиков у него есть. Я подписываюсь, 208-я буду. И под первой записью ставлю лайк, комментарий. И ставлю свой комментарий, который у меня уже заранее написанный. И сюда вставить. И здесь я уже ставлю 208. 208. Вот о том, что я подписалась, я 208-я и жду всех в гости. Также здесь дальше смотрим, кто же еще оставил свою ссылку. Вот, пожалуйста, тоже кто-то оставил. Берем эту ссылку снова также, копируем. Зайдем сюда, посмотрим. Бывает, что у человека вот так вот ссылочка здесь уже есть. Это очень удобно. Проваливаемся. Так, не подписанная. Подписываемся. 67-я. Под первым постом. Снова копируем. Вставляем. 67-я. 67-я. Отправляем. Также можно смотреть дальше. Ну, это как замкнутый круг, по которому все время идешь и идешь. Смотрим здесь. Никто ли не оставил ссылку? Ага. Вот она, ссылка есть. Ну, это, конечно, да, можно провалиться просто здесь, ища взаимных подписчиков, просто очень надолго. Вот учимся готовить вместе. Подписываемся. 189-й мы. Лайк. Ставить. 189. Самое главное не заснуть и по случайности не отправить не ту ссылку. Ну, я свою ссылку уже вот кончик помню примерно. Вот, и также вот делаем дальше. Опять смотрим ссылочки. Кто здесь оставил? Ищет тут кто-нибудь? Нет, никто не ищет. Значит, закрываем. Раз закрываем, два закрываем. И три еще закрываем. Попадаем опять сюда же. Так, тут у нас никто больше не оставил ссылку. Закрываем. 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 Вот. А вот здесь, наверное. Вот. Еще кто-то оставил ссылочку. Берем ее. Копировать. Жмем сюда. Открывается новое окошечко. Тут ничего нет. Ставить. 87. Даже YouTube канал, смотрите, есть. Угу. 95 подписчиков, что-то маловато. А, хотя нет, 2 года назад. Ну вот тоже. Ну, что-то интересненькое такое, смотрите, прям классненько сделано даже. Я 88-я, моя любимая цифра. 17 минут выложил назад человек.
Опять берем снова ссылочку, заранее себе напечатайте, сложите все это в блокнотик на компьютере. И вуаля. Вот, я буду первый, значит, мой комментарий быстрее увидит. Это классно. Ну и вот, конечно, мой канал. Таким вот образом я набрала уже 83 подписчика, потому что было у меня мало. Было у меня, по-моему, 3, а вот 80 я как раз набрала. Также можно здесь написать описание своего канала, все ссылочки оставить, человек может скопировать. Ссылку на YouTube свой канал я оставила. Вот, редактировать. И также вот закрепить я закрепила, да. Также все мои видео, пожалуйста, вот они все здесь есть. Из телефона можно выставить, и все есть. Обязательно подписывайтесь и на YouTube, и на Яндекс.Дзен, если он у вас есть. Пишите комментарии. И с вами был канал ArtMoney. Всем пока-пока.